изучать эту тему. Режим дня очень важен для того, кто хочет быть успешным. Иначе человек теряет просто силы на то, что борется с самим собой. Вот человек, допустим, поздно ложится спать, он не может выспаться. Хоть он много спит, хоть мало. Человек высыпается под светом луны. Если человек вечером не встречается со своими любимыми, он не может обмениваться любовью. Потому что обмениваться любовью означает настраиваться на энергию Луны. Ну, то есть любовь дает Луна. И даже зачать ребенка нормального невозможно без Луны. То есть только под светом Луны можно зачинать детей. Если солнце восходит, ты зачинаешь детей, ребенок чувствительный, аллергичный рождается. Если ты днем зачинаешь, вообще больным. Если вечером Луна еще не взошла, солнце садится, псих больным рождается ребенок. А если ты среди ночи рождаешься под Луной, он зачинаешь, то он здоровым рождается. Понимаете? Изучайте это знание. И общаться с близким человеком близко надо вечером, а не утром. Утро предназначено для Бога, для молитвы, день для работы, для людей, то есть для труда, для людей. А вечер предназначен для любимых, для своих. Если не верите, сейчас спою. Вечером решил работать, а не посвящать этот вечер семье или близкому человеку какому-то, тогда ты теряешь, или друзьям, тогда ты все это теряешь, мой дорогой друг, потому что ты живешь неправильно, ты зашорен. Если ты вечер посвящаешь компьютерным играм и многосерийному художественному фильму «Мертвые не потеют», то это значит, что ты тоже все теряешь. Потому что ты просто живешь в иллюзии, и эту иллюзию хочешь смотреть. А перед тобой твоя жена и твои дети, которых ты не хочешь вкладывать, потому что тебе лень. Если ты доверяешь чему-то другому свои надежды и мечты, не вечером встречаешься, значит, у тебя не будет силы любить, не сможешь ты пообщаться нормально с женой, не сможешь ты все вопросы решить, потому что нет сил. Нажрался на ночь, переваривать нет сил. Встал поздно, не сможешь быть здоровым, не сможешь почувствовать, побеждать судьбу не сможешь, потому что побеждать судьбу помогает солнце. Или радость, или вот эта сила оптимизма. Встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше. Только утро заиграет у ворот. Солнечные люди. Не спи, вставай, кудрявая. Солнечные означает радостные, означает победоносные.